Приветствую всех, вы на канале InStarting Новости. И сегодня в выпуске. Первый в мире космический отель пообещали открыть уже в 2025 году. Spin Launch показала испытание космической катапульты. Модули векторной тяги JetX обещает авиатакси без лопастей и шума. Электроподлодки Nexus могут погружаться с туристами на 200 метров. Все это и многое другое прямо сейчас. Обязательно подписывайтесь на канал, досматривайте это видео до конца. Поехали! Компания Orbital Assembly Corporation сообщила о планах построить две орбитальные станции, предназначенные специально для космических туристов. Первая из них получила название Pioneer Station. Она будет рассчитана на 28 гостей и может быть введена в эксплуатацию в 2025 году. Вторая, Voyager Station, сможет принять 400 постояльцев, и ее открытие запланировано на 2027 год. Орбитальные станции будут предназначены как для отдыха, так и для работы. Предполагается, что в этих космических отелях появится даже искусственная гравитация. Ее в существующих орбитальных станциях еще не было. Для обычного человека пребывание в космосе будет из разряда фантастической мечты. Мы хотим сделать космос местом, куда люди хотят отправиться со знакомыми мелочами, вызванными гравитацией, прокомментировал планы компании главный операционный директор. Путешествия на орбиту в компании рассматривают как особый вид экотуризма. Оказавшись в космосе, люди сразу меняют свое представление о Земле. Станция выполнена в виде кольцевой конструкции Gravity Ring, которая при вращении имитирует в жилых отсеках гравитацию, а конфигурация из 5 модулей обеспечивает дополнительную безопасность. Научная и коммерческая деятельность на орбите позволит изыскать дополнительные средства для туристического направления и сделать билеты в космос более дешевыми, и со временем космический туризм будет дальше терять в цене. К сожалению, бронировать места на станциях Pioneer и Voyager пока нельзя, цены тоже не уточняются. Компания Spin Launch продолжает тестирование прототипа кинетической системы вывода спутников на орбиту. С октября прошлого года система А-33 выполнила несколько тестовых пусков с площадки Spaceport America в Нью-Мексико. На этот раз запускаемый объект, который играет роль полезной нагрузки, оснастили камерой, благодаря чему можно увидеть процесс его удаления от Земли. Сначала система Spin Launch раскрутила запускаемый объект в центрифуге. После разгона до необходимой скорости он, подобно пуле, вылетел вверх на скорости 1600 км в час и начал стремительно набирать высоту. В рамках нынешнего пуска полет длится 82 секунды, а запускаемый объект поднялся на высоту в 7620 метров. Отмечается, что во время тестирования использовалась малая часть мощности установки А-33. Запускаемый объект имеет форму трехметровой ракеты с расположенными под определенным углом ребрами, которые помогают достигать нужного вращения для более эффективного полета в воздушном пространстве. Нынешний пуск показал, что концепция Spin Launch может оказаться жизнеспособным вариантом запуска спутников. Электроника выдержала нагрузку, которая подвергалась во время разгона в центрифуге, что беспокоило авторов проекта с момента начала работы над системой. Полномасштабная пусковая установка Spin Launch L100 будет в 3 раза больше, чем тестируемый сейчас макет. Согласно имеющимся данным, большая версия сможет запускать в космическое пространство аппараты весом до 200 кг, выстреливая их на скорости 8000 км в час. Предполагается, что таким образом, спутники в небольшой ракете могут долетать до границы космоса, после чего с помощью собственных двигателей ракеты будут перемещать аппараты на заданную орбиту. Стартап из Орландо, штат Флорида, разрабатывает собственную систему вертикального взлета и посадки с вектором тяги. Силовая установка JetX – это конфигурируемое решение для авиатакси, которое обеспечит бесшумные полеты и будет работать с различными источниками энергии. По словам основателя Брайана Велсела, сейчас JetX сосредоточен на разработке платформы для сторонних производителей, но со временем стартап планирует создать собственный eVTOL-аппарат. Идея JetX заключается в том, чтобы встроить двигательные установки в транспортное средства, а затем применить один из нескольких методов захвата исходящего от них воздушного потока. Стартап стремится создать универсальную технологию, статичную платформу, которая может работать как на базе канальных роторов, так и за счет жидкостных силовых установок. В перспективе такой подход упростит проектирование новых eVTOL. Разработчики смогут наладить дешевое производство и будут быстрее сертифицировать свои модели за счет единой базы.
Беспилотник Ventus ионизирует воздух для создания подъемной силы без движущихся двигателей. Underfine Technologies заявляет, что он будет тихим по сравнению с нынешними винтовыми дронами. После двух успешных летных испытаний и начального финансирования чуть менее 2 миллионов долларов, компания из Флориды представила следующее поколение своего бесшумного коммерческого беспилотника, в котором вместо пропеллеров используется ионный двигатель. Новый дизайн, безусловно, является визуальным шагом вперед по сравнению с предыдущими попытками. По необходимости дрон будет иметь большую сетку электродов, состоящую как минимум из двух слоев, так что на верхний и нижний слой можно будет подавать высокое и противоположное напряжение, чтобы ускорить движение ионизированного воздуха вниз и создать тягу. Таким образом, несмотря на то, что закругленная крышка – приятный штрих, под ней дрон выглядит как летающая полка для посуды. На видео показано, что новый прототип пролетел около 2,5 минут и был измерен на уровне 85 дБ. Конечная цель составляет около 70 дБ, или примерно столько же, сколько у DJI Mavic. Пока не ясно, как компания планирует продолжать снижать уровень шума на устройстве, в силовой установке которого уже нет движущихся частей. На данном этапе компания также не дает никаких обещаний относительно диапазона или выносливости. Голландская компания U-Boat Works представила серию аппаратов Nexus – две модели подводных лодок на аккумуляторной платформе. Субмарины погружаются на глубину до 200 метров, вмещают до 8 пассажиров и способны работать без подзарядки 18 часов. Производитель организует первые поставки Nexus для частных клиентов, курортов и круизных компаний до конца этого года. Nexus будет поставляться с батареей емкостью 62 кВт-часов, которая заряжается от 0 до 100% за 6-8 часов. Аккумуляторы в купе с электродвигателем обеспечивает все направленные маневры. Лодка может двигаться в любом направлении, не нуждаясь в разворотах. Для этого на корпусе размещен набор из 10 самостоятельных гребных винтов мощностью по 6,4 кВт каждый. В стандартной конфигурации 4 боковых винта, 4 горизонтальных пропеллера и 2 вертикальные лопасти. Среди других особенностей Nexus компания выделила панорамный обзор практически на 360 градусов, дополнительный пассажирский лифт, а также посадочную платформу с местами для всех пассажиров на верхней палубе. Электрические батискафы оптимизированы для запуска как с кораблей, так и с обычных причалов. Meta в этом году планирует запуск гарнитуры виртуальной реальности под кодовым названием Project Cambria. Гарнитура описывается внутри компании как ноутбук для лица. Утверждается, что она имеет аналогичные характеристики и использует собственную операционную систему на основе Android. Гарнитура будет совместима с веб-инструментами и сервисами Meta, а также приложениями Quest. Компания позиционирует VR-гарнитуру как устройство для работы, потому она не сможет запускать настольные приложения, которые обычно используются многими предприятиями. Согласно отчету, Cambria может выводить изображение с высоким разрешением, что позволит четко читать текст, например, электронных писем. Гарнитура также имеет камеры, которые позволят использовать смешанную реальность. Во время анонса в октябре 2021 года в Meta заявили, что гарнитура имеет функцию отслеживания взгляда и распознавания выражения лица. Предполагалось, что аватары пользователей в Horizon Worlds и Walk Rooms смогут отражать выражение лица и направление взгляда. Cambria будет тяжелее Quest 2 из-за больше батареи, но ее разместят сзади для лучшего баланса. Новые гарнитуры появятся на прилавках примерно в сентябре и будут стоить более $800. Первоначально запуск был запланирован еще на 2021 год, но был отложен из-за вызванных пандемией проблемами с поставками. В отличие от компании Илона Маска, калифорнийский стартап Agility уже разрабатывает роботов-гуманоидов, которые берут на себя рутинные и физически сложные задачи. Целевая аудитория Agility – компании и сектора электронной коммерции. Но стартап также обслуживает некоторых автопроизводителей, включая Ford, а также промышленные предприятия. Массовое производство своих роботов компания начнет до конца этого года. Первый и главный продукт Agility Robotics – двуногий робот Digit. Это полностью автономный гуманоид, который поставляется с набором датчиков и камер для сбора данных об окружающих объектах, парой подвижных манипуляторов и аккумуляторным блоком. Digit подстраивается под задачи своих клиентов. Он поднимает тяжелые коробки, перекладывает их на полки, переносит товары из одной части склада в другую и автоматически объезжает препятствия. От одной зарядки робот способен проработать до 3,5 часов, а его максимальная скорость передвижения 1,5 метра в секунду. Все роботы компании, введенные в эксплуатацию на реальных предприятиях, собирают полезную информацию для проектирования более совершенных моделей. Сейчас стартап работает над коммерческим роботом, который научится выполнять более тонкую работу, например, распаковывать ящики и переносить небольшие предметы.
Я благодарю вас за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Обязательно подписывайтесь на все наши полезные проекты. Ссылки на них вы найдете в описании. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был Андрей, канал Instarting Новости. Не переключайтесь. До скорых встреч.